Плачевными назвал последние события в Египте госсекретарь США Джон Керри. В своем заявлении он призвал к немедленному урегулированию острого кризиса в стране и возложил особую ответственность за предотвращение насилия на временное правительство Египта и вооруженные силы. Сегодняшние события прискорбны, и они противоречат стремлениям египтян к миру и подлинной демократии. Египтянам внутри и вне правительства нужно отступить на шаг назад. Им следует успокоиться, нормализовать ситуацию и избежать людских потерь в будущем. Акции протеста в поддержку братьев-мусульман прошли в крупных городах Турции. Власти страны назвали абсолютно неприемлемым применение силовых мер против демонстрантов. Еще неделю назад Анкара отказывалась общаться с новым руководством Египта, называя единственным и легитимным президентом страны исключительно Мухаммеда Мурси. Вооруженное наступление на мирных граждан, на людей, принимавших участие в демонстрациях, абсолютно неприемлемо, заявил президент Турции Абдуллах Гюль. И не имеет значения, какова была причина. Такие акции открывают очень опасные перспективы. В Стамбуле и Анкаре на улице вышли сотни людей. Они выражали возмущение в связи с происходящим в Египте и высказывались в поддержку братьев-мусульман. По их мнению, столкновения в Каире говорят о лицемерии и намерении третьих стран учить весь мир вот такой демократии.